С 29 мая в отделении социальной помощи семье и детям в Краснокамском районе объявлена благотворительная акция «Соберем ребенка в лагерь», которая будет действовать по 30 июня. Цель акции – оказать материальную помощь в виде гигиенических наборов детям из семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и детям, находящимся в социально опасном положении. Сбор благотворительной помощи в виде предметов личной гигиены – это зубные щетки, зубные пасты, мыло, мыльницы, полотенца, туалетные бумаги, мочалка и многое другое будут осуществляться на базе отделения по адресу: село Николо-Березовка, улица Карла Маркса, дом 2, этаж 2, кабинет номер 7. И контактный номер специалистов нашего отделения – это 770-62. Просьба к руководителям учреждений, организаций, предприятий, индивидуальных предпринимателей принять в акции активное участие.